Покачах в рамках реализации регионального компонента карты развития Югры будет произведена реконструкция детского садика «Сказка». Это первое дошкольное учреждение в городе. Оно было введено в эксплуатацию в 1987 году. Последний капитальный ремонт здания делали в 2000-м. Тогда обшили стены, заменили кровлю, но работы не затронули инженерные сети. Там достаточно изношенные сети тепловодоснабжения, канализация, которые необходимо ремонтировать, возможно, менять. Необходимо выполнить работы и по ремонту кровли. И есть проблемы с недостаточной площадью пищеблока. На данный момент составлено предварительное техническое задание для разработки проектно-сметной документации. Учитывая, что не хотелось бы детей из садика расселять, сделать все в максимально ограниченные сроки в течение года. Вероятно, в планах пока тоже стоит до 2025 года. На реализацию проекта планируется направить 80 миллионов рублей.